Салам алейкум, Достар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, это реакция на сериал «Сержант Братан». Прошлая серия была неплохая, но в конце очень-очень жесткая, очень жесткий момент. Вот, настали тяжелые времена у сержана, проблемы, надо как-то решать, искать стрелков, которые стреляли. В его дочь, Салтанат. Эта ситуация по-любому должна как-то сблизить жену и мужа. Я думаю, так и произойдет. И она, может, будет просить его сама найти этих гадов и так далее. Давайте, что гадать вообще, давайте смотреть. Какая 11-я серия уже? 12-ю мы будем смотреть тогда, когда она выйдет в Ютубе, у них на канале. Сколько можно повторять, не знаю, но повторять я буду, потому что до сих пор пишут: смотри 12-ю по ссылке и так далее. Все, погнали. Вы знаете, что следующую серию можно посмотреть сразу же? Знаем. Вы чё? Две серии сразу же выходят. Надо просто быть повнимательнее. Короче, под видео есть ссылка. С уважением, вот по этой ссылке переходите. А там вас ждет новая серия. Не благодарите. Не надо. Как будто еще что-то должен был сказать. Фух. Главное, чтобы еще микрофон писал. Где чуваки? Сожги машину. Все понял. Заехал, выехал. Все, братан, сделал красиво. Заебись. Теперь не палитесь. Хорошо, я на точку. Думаю, вот как они спалятся в итоге. Вот все-таки наши дни, а все-таки есть люди, которые до сих пор по-черному двигаются. Это уже пожестче. Хотя нет. Жанар. Так же. Я знаю, что вам очень тяжело. Но вы держитесь, пожалуйста. Мы сделаем все, чтобы оказать вашей дочери лучшую медицинскую помощь. Если что-то нужно, в любое время звоните мне, хорошо? Ну, он не в курсе, наверное, был там даже. Вы этих мразей уже ищете? Конечно же, ищем. Я отдал приказ перекрыть полностью город. Стреляли в лучших моих сотрудников. И что ты думаешь, я это на тормозах спущу? Весь город перерою, но найду я этих уродов. Угу. Красный ларга сенуге болмайт, братан. Булар бәрбір табалмайды оларды. Они стреляли в майора, в капитана полиции. Эти отморозки, беспредельщики. С ними, бля, по-другому будем базарить.
Қалайсың, Жанар? Сөйлемеш маған. Салтанаттың өмірі саған важный болып қалды ма? Мам, қойыш. Немене қойыш? Сенің бұлатының движенияларың әптен мені қинап болды. Не, так остался. Сені 23 жыл бойы комада жатқанда күттім. Қызың болса өлім аузында жатып. Не үшін, мынаның барлығы маған не үшін? Оның орнында сен жату керек едің. Жанар, если это тебя успокоит, я бы все отдал, чтобы лежать там вместо Салты. Да? Не деген благородный едің, а? Баян, қайда болды? Әкесі ретінде оны қорғау керек еді. Я извиняюсь, доброй ночи. Буду откровенен, состояние очень тяжелое. Конкретнее, доктор. Мы извлекли пули, но задеты жизненно важные органы. Мы делаем все возможное, и пока коллегиально мы приняли решение для ее же блага ввести ее в искусственную кому. Кома? Ой, куда я, моя? У вас какая группа крови? Первая. Нужна третья. У меня третья. У меня тоже третья. Вы пили? Нет, давно не пил. Хорошо. Пройдемте со мной. Я предполагал так, что она будет в коме. Только я не помню, говорил я это или нет. Да ладно, братан, не грузись. Все нормально. Жанар саған кішкене артық әңгіме айтып қойған сияқты. Көңілің алмаш, братан. Вообще лишь. Она в чем-то права. Возможно, это наказание за мои движения. За прошлое. Он теперь Салта в коме. Бля. Ты не представляешь, блин, как у меня все кипит, бля. Так и не скажешь вообще по виду. Обижаешь, братан. Конечно. Аман. Аман. Лежи, лежи, лежи. Ну, как себя чувствуешь? Аяғым қимылдатпай ауыртып жатыр. Салтанат қалай? Странно, так должна нога висеть, да? Салта в коме. Скажи мне, кто это мог сделать? Да кто угодно. Салтанат талай наркомас очень артқан обсыдаған. Солардың любой может быть. Ты с ней больше всех общался? В последнее время, над чем она работала? Может, ей кто-то угрожал? Или она там с кем-то цепанулась? В последнее время она работала по делу у банды сутенеров. Какие сутенеры? Там имена, данные имеются? А вы их знаете. Салтанат рассказывала, что вы дали на них наводку. Недавно она снова посадила их. Как раз от половины от конгезе что-то пошло не так. Короче, мне нужны имена и фамилии этих уродов. Рахмет, рахмет за поддержку. Сіздердің әрбір сөздеріңіз мен үшін өте маңызды. Алға Ержан Вайнс. Рахмет, рахмет, үлкен. Сестрің жылып етсін. Аумин. Покажи сестру. Тыңдам, мал, тағы бір рет сестраңды көрсетші деп жазатын болсаң, мен жүрек жоқ екен сендерде бар ғой. Мам, может, ұйықтап аласыз? Жанарочка, Жанарочка, ты моя сладкая. Извини, я только что узнал. Извини, пожалуйста. Ай, Бахрам, ака. Кешіріңізші, мен сізге хабарласуым мүмкін. Да ладно, я знаю, моя сладкая, моя хорошая. Вот это тебе. Возьми, там все есть. Там яблоко, бананы, апельсины. Как там?
Как там с Салтанатом? Все нормально? С ней все нормально? Желаю крепкого здоровья, Джан. Все будет хорошо. Как она? Состояние стабильное, но она еще пока без сознания. Кудай мой. Успокойся, Джан. Джан, успокойся. Курва балама. Послушайте, мы боремся за ее состояние, а вы будете только мешать. Поэтому лучше отдохните. Мы выделили для вас отдельную палату, выспитесь. Ну, а потом сможете ее увидеть, хорошо? Спасибо. Пойдемте, я вас провожу. Красавчик, молодец. Это отправили дело только одного сутенера. Но странно, что Калганики он дело с Жугалып кеткен. Вот, сука, блин. Я же помню этого Джебжика. Он же был с нами на стреле. Помнишь, было? Во! Да, бля, это он. Все, пиздец ему. Как они выглядят? Если бы я мог хотеть, я бы пошел бы с вами. Я не сомневаюсь, братишка. Лучше ты давай, выздоравливай. Удачи вам. Он пошел. Бля, братан, мне же кашан красный лармия прыгал, джумстим, да ойлама. Була, красный вам баскам в хазар цвет тыген. Не имеет значения. А, ну хотя, они же на точку могут пойти. Че, увидел? Классика уходит. Непонятно. Тоже хочу винил слушать. Братан. Обессудь, что побеспокоил, но побазарить надо. Что-то важное? С этой ментессой вертяк не закончился еще. Иди погуляй на улице. Бля, пусть там холодно и темно. Куда нам? Бля, съебалась быстро, нахуй! Пипец вообще. Холодный. В общем, она жива еще. Это еще полбеды. Если выйдет из комы, нам пиздец. Весело не будет. Так, сделайте так, чтобы она не проснулась. Хотя тут ушли, да? Братан, может, бронгу до стартка сюрев шарам, зан? Везде камеры, бля. Ебать, кому-то кутымся, крып сам драпта, газ нет наслышно. Я у коммунисты была, бля. Я тоже зол. Дай подумать. Как они его так нашли, а? Просто машина своя. Я сумка. Короче, было. Есть одна идейка. Вы это в кино
Жанарочка. Ай, Жанаджа. Солнышко моя ташкентская. Может, покушаешь, а? А то желудок болеть будет. Ой, совсем больно будет. Не хочу. Рахмет, Бахрам аке. Ержан. Ай, Ержан Вайс. Может, халу хочешь? Нет. А дыню? Нет. Дыня бухарская. Ой, свежий. Ой, Узбекистандан. Ой, сладкая, как твоя мама. Эй, нет, я говорю. Ну, я в хорошем смысле. Ержан Вайсжан. Так, доброй ночи. Чё, кызым калай? В принципе, состояние у нее стабильное. Yeah. Можно с ней увидеться, только быстро. Да вы что? Мама? Что, мам, что раз? Я, Казар. Жанарочка, удачи вам. Как бы тени завалили сюда, в больницу. Сейчас открою, что ты? Погоди. Я, сука, я! Я синдер. Пиздец, синдергуй нахуй! А? Мик-миком лист нерма, я шалдар, сука! Заткнись! Мы с тобой сурах коем син чаоппер болтн! Нихуя нахуй, жау пермим! На-на. Слушай сюда, смертник, да. Короче, кто-то, блядь, пытался убить мою дочь, нахуй. Я должен знать имя и адрес этого заказчика, нахуй. Говори, блядь! И, куки, бірнішіден, мен стукач емеспін, нахуй. Екіншіден, мен ештеңе білмеймін. Мен тақтаймыш, мен түсінді ма? Ладно, тогда будем говорить по-другому. Братан, керек емес. Олай керек емес, нахуй. Блядь, он все знает, теперь говори, блядь. Кто заказал, нахуй, убить мою дочь? Говори, блядь! Ай, стукач ештеңе білмеймін, нахуй. Білесің, нахуй. Походу, балатан білмейді, нахуй. Эй, ты, отойди, нахуй, бола. Говори, блядь, это твой шеф, да, заказал? Это твой шеф, блядь. Ай, тұрға, братан, действительно, білмейді он. Серьезно, білмейді, нахуй. Біледі, нахуй, ай. Білмейді, немене дикий болып тұрсың, нахуй. Э, в смысле дикий, нахуй. Немене сон, нахуй, бауырымжақ жақтап тұрсың, атайдай бола, нахуй. Бауырымжақ сап жақтап тұрған жоқ, кейін кезде сен нервыны болып жүрсің, братан. Біле, бола, заебал, жап, шаузың дәр. Это как кино, я надеюсь, он говорит. Вот видишь, нахуй? Типа... Ради дочки, нахуй. Как в фильме. Я, блядь, любого завалю, сука. Теперь говори, кто заказал, блядь? Говори! Братан, отпасть, братан, ты же отпасть, братан. Ничто не пыльми, братан, раз зайдам, куда ех, братан. Ничто не пыльми, братан. Мы просто Мадиме ханат, найтхан ханат, сержим, братан. Кем? Мадиме ханат, братан, куда ех, месяц, кызыңызды өлтірген жоқ, братан. Раз айтам, братан, мен просто барпен ғана шауып келемін, братан, бұл. Ой, бе, батка. Бәлі кеудесін қағымда. Стукач емеспін деп қоямай, вот. Ой, батка, батка. Тану, нахуй. Братандар, чё за постанова, а? Да мы просто тут кино снимаем. Телефончик. Бува, я жата тұрмадым башкене. Айт жатасын, жер суық. И рот закрыть бы ему. Ту-ту-ту-ту. И выйдет он в халате. Зубал. Сердце и мозг функционируют нормально. Мы стараемся обеспечивать ее организм всем необходимым. Но пока еще рано. Рано делать какие-либо выводы. Кома – вещь непредсказуемая.
бәрі не үшін? Ралдым екеуім. Енді қызым. Ой, мам, бұл... Қойыңыз. Он здесь при этом, а? Думаю, да, она вас слышит. Сестра, сюда. Ух ты. На сегодня хватит. Не дай бог, чего заразу какую занесем, поэтому... Чурма. Чурма. Иди, давай, вставай быстрей. Отпусти ее! Отпусти, блядь! Сейчас убью тебя, блядь! Отпусти! Сука! Ну что делаешь-то? Я отпустил! Что случилось, блядь? Позовите врача! Позовите! Пожалуйста! Ой, блядь, сука! Блядь, ты поаккуратнее, блядь. Лама, блядь. Ай, блин, сука! Что случилось, Махар? Ай, сыжа, братан, лови! Лови Че? Этого гада! Я потом обещу, не лови! Ай, сука! Ай! Что за косяк, вообще не могу понять. Ладно. Продолжаем смотреть чуть-чуть без нормального. Что, поймают, не поймают. Эти твари, блядь, совсем охренели, суки. Все, им конец. Короче, остаемся в больнице, будем дежурить по очереди. Була, всем вход того. Все понял, братан. Махрам, да. Твой коридор. Все понятно. Так, возьми этот кастет на всех случаи. Да нет, не надо. Все нормально, братан. Я заряжен, чисто узбекский сталь. Махрам, да. Еще раз спасибо за помощь. Да не за что, братан. Салтанат мне как дочь. Ержан, молодец. Ты сегодня сестру спас. Че, болит? Че, нормально. Ничего, до свадьбы заживет. Пап, кімдер олар? Пока не знаю. Если барсанар, мен диалог етіндіш, бірге талқан сарай. Ты это, Рэмбо, успокойся. Ты мне здесь нужен. Ты сегодня большое дело сделал. С этими уродами я сам разберусь, хорошо? Бірақ, сәл қорқпыт. Ну, конечно. Бывает. Для мужика это нормально. Давай, мужик, иди, отдыхай. Давай, все нормально. Ну как она? Че без халат? Тогда ж. Қазіренді ыңғайлы уақыт емес. Сержан. Мен сенімен сөйлескім келмейді. Знаю. Говорю тебе в присутствии дочери. То, что сегодня произошло, больше не повторится. Отвечаю. Я за Салтанат, за Ержана, за тебя всех порву. Баран, сука! Не можете простую работу сделать? Братан, я все исправлю. Дайте больше времени. Рот закрой, нахуй. Сейчас надо засухариться.
Идите нахуй отсюда. Салам. Да. Да, это мой Касси. Надо так со мной базарить. Я понимаю, что вы закрываете все щели, но... Слушай, нахуй, ты тон сбавь! Охуел, что ли? Или ты бесплатно работаешь? Сказали, в следующей серии можно сразу посмотреть. Я думаю, пора уже всех подключать, абсолютно всех его старых знакомых, чтобы решить эту проблему, потому что Ваднёху тоже будет тяжело, так как там все равно же группировка и так далее. И я думаю, ну было бы клево, если все, кто уже был, типа, в сериале засвечен, и с теми алкашами-спортсменами, когда у них рамсы были, и тот, у которого он денег хотел занять, потом Вайн они с кем-то снимали, а это, по-моему, те и были алкаши. Ну, короче, надо собирать банду. Вот, антагонист, конечно, такой пугающий, грозный тип. Жанар, ну вообще, конечно, не то время, чтобы там как-то кусаться с мужем. Наоборот, надо как-то вместе держаться, а не ссориться и не говорить того, то, что она там наговорила. Вообще это ужасно было, если честно. В чем-то, конечно, права, но не права в том, то, что до сих пор она кусается. Вот, Була красавчик, конечно, вообще. Всем бы вот таких друзей, как Була, всегда выручит. Неважно, сколько там, типа, знаете, вот у меня тоже, я могу сказать, один-единственный прям хороший друг, это мой друг Алексей. Вот, и как бы... Он не надоедал порой, какие тупники бы не было, не были с его стороны. И косяки, но все же, если там, допустим, он мне позвонит, там попросит о помощи, или я позвоню, мы друг друга всегда выручим, мы с ним с первого класса вместе. Поэтому вот всем бы таких хороших друзей, проверенных временем. Вот. Он, кстати, ждет, когда гулять пойдем сейчас. Иржан даже в больнице ведет Инстаграм, прямой эфир. Это каким надо быть блогером, а? Я был, конечно, когда-то тоже так снимал, постоянно что-то болтал, но потом забил, вырос из этого всего. Этот Урюк, Плов, или как я его называл-то, короче, герой индийских фильмов. Ну, прям, ну... Круто, конечно, классно он отыгрывает, прям противный и прям пипец как надоедает. То есть, что это, о чем говорит? О том, что чувак хорошо играет свою роль. Может, я не говорю, конечно, что он в жизни такой, но очень похоже. Вот, чувак, который что-то простонал там на койке, ну вот этот, который я бы пошел еще.
Что-то мне не понравилось то, как он там изобразил боль, вот. И еще в каком-то моменте я что-то не поверил актерской игре, вот. Антагонист этот, злодей, очень крутой, еще эту пластинку слушает. Ну, видно прям... Видно то, что чувак серьезный, как Канат Ага в Саке. И этот его помощник, он даже вроде сам грозно выглядит, но его боится, считай. Очень круто, круто. Мне понравились эти типы. Момент с тачкой, не буду придираться, но момент с тачкой, то, что там, типа, они в кафешке сидели, возле тачки, напротив, там пусто, ну, то есть они могли там, в принципе, сесть. Ну, допустим, там им не было места сначала, и он в итоге тачку там оставил. Это все фигня. Не будем до этого докапываться, но как круто все-таки они сыграли с этим. Короче, вот еще что я хотел сказать. Плов что-то этот вообще слишком много себе позволяет. Там солнышко мое ташкентское, типа сладкое, как дынет. Камон! Я бы на месте Жана вообще заткнул его уже и попросил бы удалиться, типа он вообще не близкий. Хотя, нет, я же, не, я не могу так сейчас сказать. Ну, нет, а, как вам сказать, я не казах. Там все по уважению, типа, и это друг мамы, поэтому... По сути, я бы тоже так, ну, это правильно было бы, если бы я ничего не сказал, а сказал по этой маме. Вот. Погорячился, ладно. Все, простите. Крутой момент с тем, как в фильме. Я сначала думал, они просто, ну, как в фильме они делали. Я думал, они так тачку, ой, то есть его похитят. Но они, оказывается, дальше сыграли и запугали с Булы. Я смотрю еще, думаю, что ты, блин, ну, в натуре, сержант, что ты гонишь, по-моему? Нафига ты орешь на Булу? И потом он стреляет в него, я такой, че нафиг? А потом уже только догоняет, то, что все-таки понятно. Это приемчик такой. И круто, классно, все сработало, и этот раскололся. Тоже дал какую-то информацию, что-нибудь с ним интересно сделают, не знаю. Наверное, пока у них он в заложниках будет. Вот. И в этой, в этой серии красавчик Ержан все-таки. Как? Вот он, видимо, почувствовал то, что что-то не то, походу, творится. Кто это зашел там? И, не, он, кстати, прибежал. Он прям прибежал. А почему он прибежал? Там что, пикало что-то? Нет. Не знаю почему, но что-то, видимо, он так сильно почувствовал, что что-то не то, что он аж прибежал. Хотя он мог просто спокойно зайти, типа. Вот, ладно, этот убежал, все дела. Ну, что круто, все-таки то, что он обломал весь кайф, вмешался, помешал. Ну вот. Ну и диалог, который я долго ждал с этим, как его, ну, с начальником Салтанат. Как он разговаривает, да, с ним вообще. Ты за что, типа, бабки получаешь? Ну, реально, тот вроде выглядит грозно, но на самом деле вот он боится этого чувака. Но этот еще не знаком с сержаном, так что интересно, интересно, что будет дальше. Как вам серия? Как вам реакция? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание, всем пока. Check it out.